В настольной игре «Ни пуха, ни пера» вы должны навести шороху на облюбованном утками пруде. И речь не о банальном отстреле пернатых из крупнокалиберного ружья. Перед началом партии ее участники распределяют между собой птиц определенных цветов. Уток соперника нужно безжалостно мочить в камышах, а вот своих всячески беречь. И никаких псов-помощников с издевательской ухмылкой. Для начала сформируйте охотный ряд, затем начните разыгрывать карты действий. Благодаря их свойствам можно целиться, стрелять и применять хитрые снайперские приемы. Утки тоже не промах. Вернее, промах для соперников. Карты птиц позволяют двигать своих подопечных, убирать с них вражеский прицел и даже воскрешать тех, кого уже превратили в дуршлаг. Игра заканчивается, когда в соответствующей колоде останутся утки одного цвета. Защищавший их стрелок выходит победителем. Ну, теперь вся утка наша.